Друзья, мы в Белграде. Наташа Вегина встретила. Зайчерск. Вкусно, видимо. Ну все, все видео дальше. Мы едем отдыхать. Друзья, всем привет. Начинается новый выпуск Дневника фаната. И мы находимся в Белграде. А за моей спиной культовое место – это храм Святого Саввы. Выпуск будет немного отличаться от того, что мы для вас делали в том году. В этом выпуске мы постараемся рассказать о тех местах, которые нужно посетить обязательно в Белграде тем нашим уважаемым подписчикам, которые впервые собираются ехать в Белград в какое-то, может быть, ближайшее время. А во-вторых, естественно, мы посетим Вечное Дерби. Мы знаем, что у нас в море достаточно большое количество людей, и многие из вас не подписаны на наш канал. Поэтому, друзья, я вас прошу сделать три простых вещи. Первое – это нажать на красную кнопочку «Подписаться на наш канал». Вторая вещь – это поставить сразу же авансом лайк этому выпуску. А третье – написать какой-то легкий комментарий. Также моментально, например, там «Звезда чемпион», Белград, там топ, не знаю, там кучер молодец. Ну, в общем, найдете, что написать. Меньше слов, больше дела. Небольшой гайд по Белграду и Вечное Дерби. Первое место – это храм Святого Саввы. Ну, вы прекрасно, наверное, слышали все, да, об этом месте. Сейчас мы зайдем, поставим обязательно свечки, покажем небольшую перебивку и пойдем дальше. Поэтому те, кто собирается в Белград в ближайшее время, первое место, на наш личный какой-то взгляд, по нашему мнению, это храм Святого Саввы в центре Белграда. Друзья, мы начинаем новый выпуск Дневника фаната. Надеюсь, вам будет интересно, а мы вместе с вами кайфанем от этой поездки. Ну что, братва, погнали. Святой Савва, ну, то есть полностью информацию можно почитать, естественно, на Википедии. Но вот так скажу то, что я лично знаю, что вообще этот храм является крупнейшим на Балканах, а также одним из крупнейших вообще в Европе и в мире. Вот. На самом деле место очень такое сильное. Поставим свечки за семью, за здоровье, за всех вас и пойдем дальше. Друзья, продолжая наш выпуск, сейчас мы идем по улице Князя Милоша. Такая, ну, одна из известных улиц в Белграде в том числе. Напротив здания правительства Сербии находятся те самые дома, которые, насколько я знаю, не восстанавливают специально. Ну, многие видели фотографии, и в том выпуске, который мы снимали в октябре, также рассказывали. Для сербов это также ключевая история в городе, поэтому и это имеет место быть. Собственно, еще одно место, которое мы советуем к посещению, если будете гулять по Белграду. Короче, друзья, гуляли дальше по Белграду с ребятами и заскочили на какой-то лютый спот. Понял, слово выучил, спот. Здесь это вообще, по-моему, задний двор школы, типа детская площадка, вот такая, футбольное поле здесь. Написано «Белград», «Россия», «Сербия», между ними написано «СБГ». Ну, короче, сейчас я рубанем с пацанами футбол. Просто детишек тоже нужно немножко подразвлечь, так сказать. В любом случае, у нас осталось немного динаров. Ребятам подарим еще динары, дадим им денежку. На мороженое, там, на шоколадку, на сникерс, чтобы не просто так все это было. Ну что, погнали. Короче, три лучших футболиста Сербии прямо сейчас. Давайте поступим следующим образом. У нас есть немного денег, и мы сделаем пацанам подарок. Мы даем вам
на общак, вот, 1000 динар мы оставим на пиво, после выслитой процедуры должны быть, а ребятам даем денежку. Ватя, руки, руки, ставим. Ну что, все, друзья, на этом футбол закончен, мы идем дальше. Все сделаем, конечно, без проблем, запишем. Все, обнял, давай, на связи. Опять снимаешь? Друзья, ну, поскольку сейчас Максим меня подловил в момент моего разговора по телефону с друзьями из Винлайна, поэтому придется рассказать вам одну небольшую новость. Ну, вы уже о ней все знаете, наверное. Кто не знает, повторимся. В закрепленном комментарии внизу под этим выпуском будет ссылка. Переходя по ней, вы можете получить фрибет до 10 тысяч рублей, если вы крутанете барабан. А также там нужно будет выбрать любимую команду. Поэтому хотим сказать еще раз спасибо нашим братишкам из Винлайна за то, что они просто вот в один момент сказали: ребят, давайте делать вместе качественный и хороший продукт. Вот. И мы, я надеюсь, что его делаем хорошо. Если мы делаем его хорошо, поставьте лайк обязательно. Белград радует. Хорошая сегодня погода. Погода меняется, как вы видите, как мое настроение. Стою, вроде тепло, а трясет все равно, трясет. А трясет еще почему? Потому что мало лайков под видео. Мало лайков, друзья. Но это же не сложно. Просто клик. И все, этот парень мощный, такой вот хорошенький, плотный, жирненький, залетает под это видео. Всех обнимаю, а мы идем дальше. Друзья, следующая наша локация в Белграде — это парк Калимегдан, один из старейших парков в Европе. Также здесь находится река Дунай, которая сливается с рекой Сава. Такая обзорная панорама на одну из частей Белграда. Также здесь находится Белградская крепость. В общем, красивое место, хороший парк. Здесь можно приехать, погулять, пофотографироваться, естественно. Посмотреть на эти прекрасные виды. То есть на закате здесь вообще бомба. Поэтому советуем. Совет от дневника фаната. Можно сделать график какой-нибудь, нет, Максим? Совет от дневника фаната. Вот. Третье место, которое вам советуем. И, как вы понимаете, часики так тикают, так вот. А вечное дерби все ближе и ближе. Поэтому парк Калимегдан 100% советуем к посещению. Друзья, короче, уникальные кадры от дневника фаната, потому что, ну, как вы знаете, да, сербы очень категоричны. Радуются приезду русских. Для вас заказал, блядь, подписчики мои любимые, блядь. Это как многие говорят про сербское гостеприимство, вот оно, во всей красе. Короче, друзья, как мы уже вам говорили, делаю небольшой гайд, и, как вы знаете, сербы очень категорично относятся, к, ну, вообще к вопросу, там, записи видосов каких-то, каких-либо. Но вот сегодня наши друзья из Ультры, наши братишки, они 2 дня уже гуляли с сербами, приезжали греки, все вместе они, правильно, да, говорю? Мы все, ну, как бы, хорошо провели время, и сегодня мы находимся в одном из районов Белграда, который полностью вообще, просто он, не знаю, он заамбассадорен, заамбассадорен, ну, людьми, кто болеет за звезду. Тут, наверное, куда ни плюнь, везде просто граффити «Сторона звезда». Суть, граффити совместно с парнями, да, из «Звезды». Да, давно рисуется граффити в Белграде, что довольно-таки редкое явление для красно-белых московских фанатов. Спасибо большое парням из Дели, которые нам дали добро на то, чтобы мы сделали это граффити. Граффити делают ребята из Ультры совместно с коллективами «Вопросы» и ДСВ. То есть тоже спасибо большим парням, все вместе делаем во славу великого могучего «Спартака» и наших братских отношений с «Рвеной звездой».
Слушай, типа, если у нас там в Москве, когда, ну, там, вы что-то едете рисовать, там, нашли стену, поехали, там, бомбанули, да? Ну, понятно, что у нас там нет такого, как у них здесь. Да, да. Районы, да, там, и так далее, которые закреплены за пацанами. А это место вам, как? Да, вот, определенное выделение? Да, процесс происходит так, то есть мы заявили желание сделать совместную работу, где мы продвигаем нашу дружбу с Цервяной Звездой. Сказали об этом ребятам из Белграда. Они сказали, да, не вопрос, и предоставили нам место, предоставили нам, по сути, возможность там купить краску. Все, и, собственно, теперь мы реализуем граффити. Друзья, ну что, закончилось наше мероприятие. Стой. Друзья, короче, меня сейчас Максим ослепил очень сильно. Нарисовали граффити, прошлись по району с ребятами из Сербии. Как я уже говорил, они не дают никаких интервью, но с ними можно походить, поснимать, то есть без проблем. Они, кстати, нас знают и передают вам всем привет. Наташ, привет. Привет! Слушай, ну, во-первых, небольшое резюме, краткое, с моей стороны, потом с твоей. Последний выпуск, про который мы снимали здесь. Привет, привет. Да, сейчас мы перейдем к приветствиям. Давай. Вы все видели этот выпуск, кто не видел, переходите по подсказке, она сейчас перед вами выскакивает. У нас всем понравился выпуск, на самом деле. Да, где-то нам что-то, может быть, не сказали, так как просто, ну, забыли, да, было в суете. В общем, получили оценку 5. Что сказали ребята, которые живут здесь? А сначала привет или оценка? Да, сначала оценка, а потом же посмотрим, судя по ответу, будем ли мы приветствовать. Ладно, хорошо, выпуск здесь зашел прекрасно. Никаких нареканий не было. И, как говорит Василий Вячеславович, вопросов к Сереже не было. Послушай, Наташ, ну перейдем к приветствиям. Ребят, собственно, Наташа и Веги. Привет! Привет, привет, гладиатор! Очень много было теплых слов, Наташ, сказано. Ты все это посмотрела, поулыбалась, наверное, здесь посидела, порадовалась, что тебя все помнят. Собственно, опять-таки напоминаем про Наташу. Ну, конечно, я всегда очень рада, когда ты приезжаешь. Тем более, как ты говоришь, это уже традиция. Надеюсь, что она будет, да, потому что пока только второй раз, еще мало. Наташ, ну, выпуск, пока еще вечный дерби не началось, мы пытаемся рассказать со своей стороны легкий гайд по Белграду. Что посетить, куда съездить там ребятам, кто впервые, ну, собирается поехать в Белград. Берем машину в аэропорту, рент-кар, платим все это и просто сыпем бензин и уезжаем путешествовать по целой стране. Потому что Сербия – это не только Белград, это целая страна. И Боснию можно еще и захватить, потому что граница вам без визы. Да. Без визы. Да. Горы, реки, озера. Местные кафаны, опять твоя любимая моя еда. Да. Мы работаем над собой. Слушай, а вокруг Белграда какие ближайшие города есть, куда вот потому где ты была, собственно, и куда вот первым делом? Ну, не город, а часть города Земун. Земун – это там австрийское немножко поселение. Бывших времен, которые еще сохранилось. А ближайшие города – это Новый Сад, 70 километров. Мой совет просто брать карту, строить точки до прилета в Белград и путешествовать. Вот ты живешь здесь, какие ты можешь дать, какой можно дать совет ребятам? Ребята, мой совет очень простой. Будьте людьми воспитанными, благородными, такими, как вас воспитали в вашем домике, в семье. Ведите себя хорошо, и тогда ни у кого никаких проблем и нареканий не будет. Сила. Наташа, я был рад тебя видеть снова. Взаимно. Снова. Ребят, напишите также в комментариях «Привет, Наташа». Думаю, ей будет очень приятно. Мы идем дальше. Да, я все читаю, Наталья Борисовна Савельева. Да, поэтому, Наташа, еще раз огромный жирный лайк. Действительно, спасибо тебе, что нас, во-первых, встретила в аэропорту, во-вторых, отвезла нас на своей маленькой уютной машине с чемоданами. Подожди, еще дорога домой будет. Еще дорога домой, поэтому обнимаю тебя. Спасибо, говорю тебе. Вот, друзья, Наташа, лайк. Пока-пока. А мы идем дальше. Друзья, немного переключились на видео для телефона, от телефона, потому что здесь, сами понимаете, атмосфера бомбовая, куча людей, тут полный запрет на видеосъемку, поэтому, чтобы никого не провоцировать, снимаем сейчас для вас на телефончик небольшие перебивки, и уже на стадионе будем снимать нормально, качественно на камеру. Короче, ну, по атмосфере, ну, все должно быть понятно вообще каждому, даже кто еще ни разу не был в Сербии на вечном дерби, как и я, но тут такая тема, что куча пацанов из «Звезды»,
Что-то вокруг гремит, короче, петарды, все взрывается, куча полиции, очень много полиции. Атмосфера, то здесь через дорогу от стадиона небольшие кабаки сидят, ребята выпивают, заряжают в сторону стадиона, у стадиона стоит народ, им отвечает. Блин, короче, атмосфера сумасшедшая на самом деле. По поводу видео, ну, просто не обессудьте, тут это не принято, тут очень... грамотная дисциплина того, что не хватает нам, скорее всего. То есть у них есть вот определенные люди, которые там снимают видео для Танделии, там 2-3 человека, да, условно. Вот, один из них наш друг Горан. Горан, тебе привет. Поэтому все, остальные все телефоны убрали, стоят, общаются туда-сюда, выпивают и идут на стадион. Короче, друзья, выпьем по пивку с нашими братишками и будем уже готовиться идти на стадион. Ловите небольшую нарезку и потом... как говорится, пойдет жара. Ну что, друзья, за моей спиной сейчас триумфальное возвращение баннера «Спартак Ультрас». Все вы знаете эту историю, когда смогли вернуть свой баннер, если так это можно назвать. Поэтому баннер «Спартак Ультрас» не было очень долго. Очень долго его не было на стадионах, и сейчас за моей спиной он окажется. Поздравляем парней из «Ультры», поздравляем всех красно-белых болельщиков с возвращением в Бразилию. Друзья, ну что, мы пришли на стадион, и, соответственно, за моей спиной сейчас находится трибуна «Север», которая практически уже полна коробочка, как говорится. В общем, мы уже сказали, что вокруг стадиона просто был как дурдом, и все вокруг гремит, куча скорой, полиции. В общем, потихонечку ребята доходят на стадион, где сейчас начнется уже, собственно, футбол через 20 минут. За моей спиной, повторюсь, трибуна «Север», а перед моими глазами в 100 метрах находится гостевая трибуна «Горбарей». Начинается жара с первой минуты этого матча. На самом деле, это заслуживает отдельного лайка, это заслуживает комментария. Как об этой атмосфере? По мне, ну, просто, блин. Пацаны, это просто мне готов. Опять эти эмоции, которые я испытывал в октябре в том выпуске, испытываю сейчас. Блин, надеюсь, вы сможете, кто еще не был, попасть на вечное дерби. Это даже не праздник. Это просто какая-то фантастика. Начало матча. Ну что, друзья, продолжаем наш выпуск, так скажем, гайд по Белграду. Но вы, наверное, понимаете, какое место нужно в Белграде посетить 100%. Это стадион Маракана. Это желательно матч дерби, вечное дерби. Ну, конечно, тут, в принципе, на таком более-менее ключевом матче, ну, атмосфера чуть не хуже. Поэтому финиш этого выпуска по тем местам, которые нужно посетить, мы останавливаем здесь. Вы напишите в комментариях, кто был в Белграде, куда нужно съездить, потом сделаем топовую подборку и выложим отдельный пост в нашем телеграм-канале. Ну, слезы счастья были, скажу вам честно.
сказать, что это перформанс, причем ультрабойс. Ультрабойс в том же выпуске, в первом, про Сербию мы рассказывали с Тимуром. В общем, повторюсь, одна из старейших бригад, и им исполнилось 30 лет, соответственно, перформанс посвящен их дате, с чем мы вас и поздравляем, друзья. Очень хорошая хореография. Опять-таки, все подняли так называемые бумажки, да, только какие-то фольгированные, не знаю, пакеты что-то. В общем, никто до сих пор их не опускает, все их держат, шизят. И что самое интересное, это было именно на 30-й минуте этого матча. Символично, 30-й ультрабойс, 30-й минуту матча. Ну, посмотрите просто, просто посмотрите. Нет, ну что, перерыв в матче 1-0. Зеленая звезда идет в счете. Ну, короче, по этим кадрам вы уже могли видеть, что здесь даже не нужно ничего говорить. Атмосфера просто на 10 из 10. Партизан сегодня тоже немного пожег. В принципе, здесь это считается нормой. Просто тонны пиротехнику проносить и жечь. Ну, неплохо, неплохо, что можно сказать. Но у звезды лучше. Согласитесь, всегда ставь лайк. Друзья, очередной перешел от братишек и звезды. Вы можете в очередной раз понять, здесь просто нет никакого стоп-слова, не знаю, контроля. Просто трибуна горит на ночном дерби. На поле рубка, на трибуне красота. Давайте наслаждаемся еще видео немного. И выпуск будет подходить к концу. Еще пару слов обязательно расскажем. Yeah.
Ну что, друзья, этот выпуск подходит к концу. Собственно, надеюсь, вам он понравился. Поэтому поставьте обязательно вот этих парней вверх, напишите комментарии, как вам вообще этот выпуск. Мы сделали максимум. Мы сделали то, что смогли. Спасибо. Хочу сказать всем нашим братишкам из Сербии, которые нам помогли сегодня попасть здесь сюда на дорожку. Не буду говорить имен. Отдельный респект нашей братве из Укры, которая также выбралась массово на это вечное дерби. Вы могли видеть фотографии в нашем телеграм-канале и видео. Также хочу сказать спасибо нашим друзьям из Винлайна, которые, собственно, помогают нам в наших выездных форматах. Поэтому все сами знаете, ссылка находится в закрепленном комментарии. Переходим к этим барабанам, дальше по списку. В общем, и также нашим друзьям из Traveling Crowd, которые в очередной раз с нами съездили в это путешествие и разделили, такой, скажем, легкий быт этой недели, когда мы были в Сербии. В общем, друзья, с вас поддержка, подписка на канал, обязательно комментарий, лайк, делимся этим выпуском с друзьями. И я очень надеюсь, что многие, кто из вас сейчас нас смотрит и не был на вечном дерби, и вообще в Белграде обязательно приедут, посмотрят наш выпуск и воспользуются нашим каким-то советом. Это был Дневник Фаната, с вами был Сергей Кучер.